Пишите, блядь! Пишите! Я говорю, бегом отсюда на Конституцию. Ребята, если выше на летнего забили. Вы здесь власть, а вы без... Парня одного, парня хотя бы. Что с ним сделать? Я говорю, на Конституцию бегом отсюда. Парня 18 лет нету. Нет, я не считаю, что мы можем спровоцировать, потому что милиция сейчас должна была стоять на нашей стороне и их выгонять. Когда они 3-4 часа назад здесь стояли. Где они были? Кого они сейчас пиздят, простите за выражение? Они их должны были разогнать, и чтобы мы сюда не шли. Это ихняя работа, а не наша. Ну, я шел, попросил пропустить, сказал, что я пресса, я хотел пройти за ряд. Во-первых, это легче снимать, во-вторых, ну, безопаснее, условно говоря, в случае столкновения. Ну, меня начали теснить назад. Нет, меня не били, никто меня не бил. Я не получил травм. Але поштовхали. Ну, я неоднократно показывал им удостоверение прессы, я называл себя. Им было на это плевать. Пока пришел кто-то из командиров и сказал, что меня пропустит, но уже эта ситуация изменилась. Мне уже туда, на тот момент я туда не пошел. Є спроба уникнути провокацій, масштабних провокацій, які можуть відбутися. Зокрема, там на площі є десяток-два десятки людей старшого віку, стареньких людей, можливо, які абсолютно хворі або відносно хворі, які хочуть повернутися там до Радянського Союзу, які закликають сюди російські війська, які хочуть сюди привести війну. Я розумію, що абсолютно справедливе обурення діяльністю цих людей, але в Харківській області зроблено зараз багато для того, щоб поступово оці хворобливі всілякі тенденції усихали. Вони усохнуть у нас. І подібними, якщо ми дозволимо собі зараз картинку для неправильних, брехливих каналів з тим, щоб вони показали про те, як молоді люди б'ють дідушок і бабушок, то я не думаю, що це правильний шлях до успіху України. Зіткновення, собственно говоря, этого митингу. И того митинга, я не знаю, я не видел, сколько там было людей, но...